цвет, как-то там, знаешь, и вызвали фронт, и там, то есть все это случилось, таким образом, но существо, оказывается, оно не собиралось функционировать, просто два Ивана, я бы не знал, и вот так получилось. Да? Я понял, что это очень мощно работает. То есть благодарность, первый ключ, второй ключ, отпускание, то есть отпускание нужно, да? Отпускаем, да? Затем приятие, то есть приятие нужно. И слияние со всем сущим. Вот это четыре основных ключа. Но на самом деле их сейчас примерно 20 ключей. 20. Но их, сейчас я скажу, 6 или 7, 6 или 7 было уже передано, там 6 или 7, вот так вот, неким мастерам. А остальные еще даже не были переданы. Почему? Потому что есть молитвы, которые меняют пространство очень быстро. Вообще. А, что такое молитва? Допустим, вы слышали какую-то, может быть христианская молитва, может быть, на санскрите молитва и так далее. Санскрит, санскрит себе, это тоже наш язык. То есть, когда я говорю «Ом Намах Шивая», я поклоняюсь, я принимаю божественное в себе. «Ом Намах Шивая», да? Ничего такого нет в этой молитве, да? Прекрасная молитва. «Ом Намах Шивая». Я долго тоже ее использовал. Так вот, примерно такие молитвы начали приходить через мое существо на санскрите. То есть, опять-таки, вот на том же диске у нас там есть «Акештарам», да, «Любовь всегда с тобой», и «Аим Рамсад», «Любовь бесконечна». То есть, ты просто можешь повторять «Аим Рамсад», «Аим Рамсад», «Аим Рамсад», «Любовь бесконечна», «Любовь бесконечна», «Любовь бесконечна». Что происходит тогда? Любовь происходит, ты наполняешься любовью. Когда ты падаешь духом, ты можешь говорить «Акештарам», да? То есть, «Любовь всегда со мной», напоминаешь тебе. Это мягкая такая еще очень, да? А есть та молитва, которую тоже можно использовать. Анах там ахам, да, я дойду. Анах там ахам, я дойду. То есть откуда существо, которое пришло в этот мир в Украине, да, знает санскрит? Откуда оно знает эти слова вообще? Акештарам, ахам это куран. Авиштамаран, ихтарам, демахим туртам. Махатуртам, ахим. Всегда с тобой. Но в каждом слове такой молитвы заключен целый абзац. Понимаете? То есть перевод там, молитва такая, перевод там в два раза, три раза больше. Почему? Потому что сам в себе скрыт, это сакральный язык. Сакральный язык. При том, что мы проводили, ну, скажем так, опыты, мы снимали на камеру, когда мы заходили в медитацию групповую, да, и скорее это был прямой ченнелинг, то есть прямое принятие. И эти молитвы произносились в прямом принятии, да, то есть принимались вживую, да, в какой-то момент. И вдруг кто-то начинал отвечать в состоянии, вот в этом состоянии начинал отвечать на таком же языке. И мы это снимали на видео, просто это был разрыв, ну, всего мозга, просто полностью, вынос мозга. Когда две украинские сущности начинают там, «Акештарам», «Абахам» это «Курам». Кто они такие? Откуда они знают этот язык? Потому что мы все его знаем. Потому что мы знаем санскрит или санскрит. Как это работает? Можно выйти на улицу, и ты начинаешь слышать. Ахими ваи анаха ана индра и камарат. Принявший благодать архангела Михаила осознает свое бессмертие и примет небеса на них. Ахими ваи анаха ана индра ика марат. Марат означает смерть. Марат. Марат. Смерть. Это не в русском, это совсем другое. Но это слово существует. А? Нет, смерть. Марат. Ну да, да, марат, да. Марат. То есть, если на санскрите перевести марат, то это будет несущий смерть. Опять-таки, в разном языке может быть разное значение, понятно? То есть есть сакральное, есть другое значение, когда можно в разном интерпретировать. А в русском языке, в украинском, многое было перевернуто с ног на голову. То есть совершенно другое значение. Даже мы забыли такие вещи, как радость, радуга, рассвет. У нас везде рай есть, оказывается. Наши предки верили в ра. Работа. Ну, она должна, работа должна быть радостная. Люби то, что делаешь, делай то, что любишь. Правильно?
То есть делай все, что ты делаешь с любовью, это изменит тебя, изменит мир вокруг тебя. Неважно, ты работаешь в офисе, там, Макдональдсе или еще, да? Это не имеет значения. Делай это с любовью. Гармонизируй себя с любовью, будь любовью. И ты будешь приходить, и тебя будут принимать. Если тебе нужна работа, тебе будут открывать. И также еще ты можешь открыть сейчас, правильно? С любовью. Ух ты, вдруг время раз и все, да? Интересно, да, как все работает? А? А, ну да, его нет, да, оно потеряно. Ну там, людям нужно. Топ, скажи, у нас еще есть 7 минут. Сейчас. Просто мы все это делаем в потоке, да, и не тратим, как бы, да, это попросту. Заметьте, что все всегда своевременно и эффективно, да. Кто был вот несколько раз, тот понимает, да, что каждый раз мы будем говорить, даже если о том же, да, то по другим углом, да, мы все рассматриваем четко, спокойно и так далее, да. Вообще. Так. Еще вопросы? Давайте сейчас я про Киев скажу, что будет 19-го, 21-го. Мы будем... Нам не нужно будет ехать за город. 19 числа будет презентация вот на этих чатных файлах граждан Сибори. Там все есть. Там телефон, адрес и так далее. А будет презентация там, ну, 3-4 часа. Да? То есть мы будем делать больше техники. Возможно, позанимаемся и... А, там будет. Ну, посмотрим. Практически 15. Возможно, я не говорю точно. Потому что будет эффективно, да? Выполнять свои обещания. Но будет больше практики. То есть мы будем дышать по-разному. Да? Будем делать некие магические пасы, чтобы укреплять наше физическое тело. Будем учиться защите. Да? Нужна защита, потому что ангелы и архангелы покидают нас. И оставляют нас на производстве. А они переходят в другую ипостась. То есть достаточно нас защищать, и это поюкает. Да? Потому что когда нас перестанут защищать, мы начнем что-то делать. Так что нам всем придется научиться защищаться от темных миров, обладать энергиями светлых миров и возноситься выше миров. Это сделано для того, чтобы мы росли. Понятно, да? Потому что когда тебя постоянно защищают, ты как бы тебе вроде как ничего делать не надо, да? Ты под защитой, у тебя там 4 ангела-хранителя, ну, в каждом представлено примерно от 2 до 4, да? Чтобы так, да, все нормально было, да? Вот. А теперь вот, вот так. Так что придется поработать. Придется научиться каким-то техникам защиты, ощущениям тактильным тела. То есть мы научимся быть сами ангелами, понимаете? Ну, откуда мы пришли, собственно. Мы же падшие ангелы, оказавшиеся на земле, понятно? Падшие ангелы. Мы спустились сюда, мы забыли божественность. Теперь нам надо и вспомнить, и вернуться обратно. Вот и все. Все очень просто. Есть разные техники. Я вас призываю просто... Сейчас просто пошла чистка какая-то глазами. Когда я, ну, по существу проходит энергию, мне хочется сплюнуть это сразу, да? Потому что очень хорошо. А, кстати, что здесь происходило еще раз? Исцеление. Пока мы здесь говорили, что-то происходило. Да? И так каждый раз. Почему? Потому что по умолчанию мое существо так настроено, да? Я его не настраивал, он само так настроилось. То есть чем больше я это делал, тем больше он настраивался на это. Мне просто сказали, что так нужно. Когда человек со мной общается, либо обнимается, происходит исцеление моментально, на каком-то уровне, да? Поэтому там, кто уже заметил, хочется почему-то пообниматься лишний раз, да? И это нормально, хорошо. Почему? Потому что анахата очень раскачана, просто оттуда течет энергия, и она замечательна, она для исцеления. Это очень хорошо, да? Почему? Потому что когда ты цельный, ты здоров, ты чувствуешь прилив энергии, и, пожалуйста, используйте те техники, которые мы здесь попользовали, да? Это для развития второй чакры и нашего эфирного тела, понятно? Пожалуйста, используйте, не просто надо, что-то вам там помогали руками, и все пропало. Да? То есть, пожалуйста, используйте. Для чего это дать? Это очень простые, но очень эффективные техники. Помните, простота и эффективность. Эти руны простые, которые мы используем, кто уже видел руны первого уровня, они простые, правда? Там ничего такого особенного нет, там не нужно будет там, как говорят, 7 пядей, да? Там 2 пяди хватит. Да? Рисовал там крестик, подковки, там, ромбики рисовал, закрыл себе третий глаз. Начал видеть какие-то миры и начал видеть то, что ты должен видеть уже давно. Поэтому что делается здесь, в этом мире? Приходят замечательные мастера, да, они создают, некоторые души создают замечательные фестивали, они все это делают для нас всех, чтобы мы поделились этим знанием, любовью и что? Россией, да. Для этого нужно что? Безупречность, эффективность, не растрачивание энергии почем зря, мы не нервничаем почем зря. Если нам кто-то говорит, ты дурак, ты говоришь, я говорю, я тебя тоже люблю, да?
То есть мы не позволяем выводить себя из себя, да? То есть почему? Потому что это растрата энергии. Это неэффективно. Человек такой, ух ты, вот это подача, да? Ты говоришь, это неэффективно, поэтому я не буду отвечать твои вот эти уколы, да? И все. И все, человек сразу успокоится тоже, да? Потому что мы не эскалируем, понимаете? Когда мы не отвечаем, не реагируем на... Мы не эскалируем ситуацию. Понятно, что есть разные ситуации, иногда нужно ответить. Не важно. Так, вопросы, ответы. 19 числа. Ставь.